Центр избирком заявил, что поправка в налоговом кодексе не препятствует Кличко идти в президенты. Новая норма в налоговом кодексе не может воспрепятствовать регистрации и дальнейшему участию в президентской кампании лидеру удара Виталию Кличко. Об этом заявил на брифинге замглавы Центр избиркома Андрей Магера 25 октября. Критерии отбора в кандидаты на пост главы государства четко определены Конституцией. А именно, закон о выборах, закон о свободе проживания и передвижения, а также гражданский кодекс. По словам Магеры, налоговый кодекс регулирует сферу отношений между государством и его налогоплательщиком и не может существенно влиять на трактовку положений избирательного законодательства. Стоит отметить тот факт, что благодаря принятой поправке сегодня совершенно точно стало известно – Виталий Кличко идет на выборы в 2015 году.